Как обстоят дела на государственной границе с Россией, проинспектировали сегодня нардепы из разных парламентских комитетов. Идея такой поездки принадлежит депутату от БПП Сергею Рудуку. И в ближайшие 3 недели вместо каникул он и его коллеги посетят участки государственных рубежей в 9 областях. Начали с Черниговской, в пункте перехода Синьковка, где сходятся 3 границы с РФ и Беларусью. Пограничники рассказали депутатам, что ожидают поставок IT-оборудования для наблюдения, легкой бронетехники и стройматериалов для достройки дорог вдоль границы. Госпрограмма возведения так называемого европейского вала не финансировалась с прошлого года. Все, что удалось сделать, это оборудовать заграждения, вышки и вырыть более 100 километров противотанкового рва. Нам было важливо якраз у цей період канікул проїхати по маршруту всього кордону, суходолом і морем, які межують з країною-агресою. Для того, щоб на власні очі переконатися, яка там ситуація. Повернувшись на наступну сесію, підготувати низку законопроєктів, пропозицій, змін до постанови Кабінету міністрів.